Строить дома могут не только мужчины, строят и женщины, но не от хорошей жизни. Героиня нашего следующего сюжета – беженка из Харькова. Виктория, ныне Марьям, приняла осознанное решение перебраться в Россию еще задолго до военной спецоперации. Говорит, что тогда еще поняла – политика властей Украины рано или поздно приведет к трагедии. Почему ее выбор пал именно на Каспийск и с какими трудностями женщина столкнулась в мирной жизни, расскажет Патимат Ханапова. Ну давайте же начнем с самого начала. С чего же начинать? Как подойти к выставлению опалубки? Так, по обучающим видео из интернета, Марьям начала строительство дома собственными руками. Свой родной на Украине она была вынуждена оставить из-за нестабильной обстановки в стране. Говорит, никогда не думала, что ей придется возводить жилье, но жизнь преподносит разные испытания. Знаете, дорогу одолеет идущий. Главное не бояться и делать. Советы разные дают. Сначала мне посоветовали дырочками вверх шлакоблок. Оказывается, не так. Я 1000 штук перевернула. То есть тоже работа была, и ошибки были, и слезы были. Кирпич за кирпичиком, терпение и упорный труд. Марья медленно, но верно, каждый день идет к своей цели. В течение 1,5 месяцев она уже проложила фундамент. Вот порог, ступеньки. Я тоже очень долго опалубку собирала. Собрала, разобрала эту опалубку, но все-таки с третьей попытки мне удалось. Вот, я не сдавалась, собрала. Когда неопытен, да, то есть я смотрю эти видео. Пока дом строится, женщина с 11-летней дочкой проживает на дачном участке, которую ей предоставила за символическую сумму местная жительница. И здесь Марьям все делает своими руками. Здесь вот в съемной квартире очень сложно жить. Вот тут отопления нету. И я вот постоянно, тоже хочется в чистом, да, месте жить. То есть я постоянно покупаю краску, подкрашиваю, но все равно это не удается. Я вот все своими руками перекрасила. Сюда гвоздь положила, закрутила. В общем, потому что узнала, сколько сварить дорого. Я понимаю, что у меня нет возможности. Марьям, в прошлом Виктория, переехала в Россию с маленьким ребенком на руках в 2014 году. Вначале проживала в Сочи, где встретилась с дагестанской семьей. Они рассказали Марьям о местной культуре. Говорит, ей настолько понравился их уклад жизни, что решила принять ислам и переехать жить в республику. Дагестан для меня родное место. Я люблю этих искренних детей. Знаете, я люблю еду, я люблю чистоту. Знаете, вот чем так берет за душу Дагестан своей искренностью, добротой, щедростью. Есть честь у людей, и за нее все стоят, мужчины за свою честь стоят. Это приятно глазу видеть. Женщины за свою честь стоят. Марьям Меглинская работает учительницей математики в школе номер 3 в Каспийске. Свою работу педагог очень любит, говорит, чувствует себя в гармонии. Да и здесь, в учебном заведении, к ней относятся с трепетом и ценят за профессиональные качества. Она вот такой человек, она даже не рассказывает о своих проблемах, никогда не рассказывает. Она всегда выглядит так, как будто бы она успешная бизнес-леди. Она отлично закончила Харьковскую школу, точно так же успешно закончила университет в Харькове, а также отучилась в нашем педуниверситете. И вы знаете, я очень люблю патриотов. Когда она с такой любовью стала рассказывать стихи наших классиков Расула Гамзатова и Фазлы Гамзатовны, я вдвойне, втройне полюбила этого человека. И, конечно, я уже решила, что Марьям Юрьевна будет работать именно у нас, и будет она находиться рядом со мной. Марьям признается, тяжело жить на одну зарплату педагога и параллельно откладывать на строительство. С 1 сентября женщина планирует отправиться на Донбасс в качестве учителя. Говорит, что хочет быть полезной обществу и в то же время решить финансовые вопросы. Только вот коллеги по работе в Каспийской школе к ней привыкли и отпускать не хотят. Они же и обратили внимание журналистов на проблему беженки в надежде, что мир не без добрых людей. По Ютубу я, говорит, строю себе комнату для себя и для своей девочки. У меня мурашки по коже.
И я об этом стала всем рассказывать. Я говорю, вы знаете, надо помочь этому человеку. Надо помочь, надо и морально поддержать, и материально поддержать этого человека. Патимат Ханапова, Нурмагомед Магомедов, новости ННТ, Каспийск.